Давайте посмотрим, как из хамона извлекается кость. А также мы с вами увидим, что потом делают из хамона без кости. Хамон без кости не очень популярен в Испании, но зато он очень популярен за границей. После удаления кости хамон пакуют в вакуумные упаковки. После этой процедуры срок хранения хамона увеличивается многократно. Его очень удобно отправлять за границу, так как вакуумированный хамон попадает уже под другую категорию продукции. Также хамон может быть в так называемых плитах. Это, как вы понимаете, не цельная нога, а прессованные куски хамона. Такие плиты могут как паковать в вакуумную упаковку целиком, а могут также пускать на нарезку. Специальная машинка нарезает по порциям 50, 70, 100, 300 грамм. Все это пакуется в вакуум и отправляется на продажу. Вот так выглядит этот хамон уже на прилавках магазинов. Цена на него не очень высокая. Вот этот хамон, который вы видите сейчас, стоит всего лишь 8,95 за килограмм. А это кубик уже палета Иберика. Палета — это передняя ножка. Такой хамон стоит гораздо дороже, до 50 евро за килограмм. Вот такой кусочек хамона по цене 17,50 за килограмм. Ну и, конечно, в любом магазине огромное количество нарезки. Здесь вы найдете упаковочки от 50 до 300 грамм. Более простой хамон упаковывается в большие упаковки, ну а более дорогой хамон может быть упакован и по 50 грамм в упаковку. Лично на мое мнение, хамон из вакуумной упаковки неплох. Но ничто не может сравниться с хамоном на кости. Хамон без кости, да, несомненно, это удобно. Но хамон на кости — это совершенно другие ощущения. Сама нарезка уже сама по себе доставляет удовольствие. А когда вы справились с задачей, нарезали хамон, присели, налили бокал вина, вам откроется совершенно другой яркий вкус хамона.